есть не объект капитального строительства. Так, вот. Поэтому он не подлежит постановке на государство кадастровый учет и регистрации. У Лидии на участке расположен один объект капитального строительства – зарегистрированный садовый дом. Кроме того, есть и некапитальное сооружение, которое не признается недвижимостью, и за него не надо платить налоги. У него нету фундамента, нету прочной неразрывной связи с землей, и его нельзя признать объектом недвижимости. Такие объекты могут располагаться и использоваться на садовых участков, здесь вопросов и проблем, и нарушений каких-то нет. На территории СНТ «Чернобылец» в деревне Скоротово прошел совместный профилактический рейд с сотрудниками Одинцовского филиала областного БТИ, представителями администрации и местными жителями. Подобные обходы помогают обладателям незарегистрированной недвижимости узнать, как правильно провести процедуру регистрации и поставить объект на налоговый учет. Аэрофотосъемка, которая проводится, она снимает все объекты, которые находятся на земельном участке. И трудно распознать объект это капитального строительства. Либо это не объект капитального строительства. Непосредственно, когда мы выходим на участок, мы можем это увидеть. То есть относится это к объекту, который подлежит регистрации, либо не относится. Вот. То как раз цель наша состоит в том, чтобы убедиться в том, что законопослушные гражданины, либо им стоит еще зарегистрировать свой домик. Профилактические рейды по выявлению незарегистрированных объектов в Одинцовском округе проводят регулярно. Жители информируют и о том, что зарегистрированная собственность дает ряд преимуществ. Например, становится активом, который в будущем можно продать или передать в наследство. Екатерина Крамер, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».